Everyone. Здравствуйте, ребята! Тема нашего сегодняшнего урока – Movie Technology – технологии фильмов, как они развивались. I can understand a text about the history of cinema. Я могу понимать текст об истории кино. Сегодня мы с вами поработаем над текстом, где вы прочитаете об истории кино. Первое задание выполнять не нужно, начнете сразу выполнять со второго задания. Итак, что здесь необходимо сделать? У вас здесь Study Strategy, есть технология, как быстренько находить информацию в тексте. Сегодня мы будем с вами работать по этой описанной технологии. Finding specific information. To find specific information, don't read the text in detail. Чтобы найти какую-то нужную информацию, вам не нужно читать текст детально. Follow the steps. Следуйте этим шагам. Identify the key words in the question. Выделите ключевые слова в вопросе. Вот у нас данные вопросы в упражнении номер 2. Find the answer to the questions. Найдите ответы на вопросы. When did the first cinema open? Ну, ключевые слова здесь какие будут? Cinema и open, да? Теперь, после того, как вы перевели вопрос, выделили ключевые слова, быстренько читаете текст и находите ответ на этот вопрос и записываете его в тетрадочке. То есть детально переводить каждое слово, если оно вам неизвестно, например, не нужно. Просто бегло читаете и находите ответ на вопрос. Сегодня мы с вами работаем с текстом таким образом. Здесь вот написано read the text quickly, look for the keywords. Читаем текст быстро, ищем ключевые слова. Don't stop at difficult words. Не останавливайтесь на сложных словах. Read the text around the key words again and check. Прочитайте текст, используя эти ключевые слова снова и проверьте. Итак, сегодня мы с вами отвечаем на эти вопросы, читаем текст бегло, находим ответы. Это что касается упражнений 2. Выполняйте его письменно в тетрадочке. Записывайте в тетрадочке сегодняшнее число, the 12th of January. Записывайте тему урока Movie Technology и записывайте страничку page number 58, exercise number 2 и отвечайте письменно на эти 6 вопросов, используя вот эту вот стратегию. То есть детально не нужно его переводить, этот текст. Прочитали вопрос, перевели вопрос, выделили ключевые слова и прочитали, нашли ответ, записали. Все. Дальше. Следующее. Третье задание. Build your vocabulary. Здесь мы с вами будем образовывать слова с помощью суффиксов er или or. Look at the verbs 1 to 4. Посмотрите на глаголы от 1 до 4. And find corresponding nouns in the text ending with the suffix er or or. Итак, вам нужно в тексте найти, какие суффиксы добавляются к этим словам. Например, у вас здесь будет view. И если вы посмотрите, найдете в тексте, у вас будет слово viewer. Кто такой viewer? Это зритель. А view – это вот смотреть или обзор. Produce, продюсировать, producer, producer, да, и так далее. Сделайте это задание устно. Отправьте мне аудиофайл, как вы читаете слово с окончанием и его перевод. Например, viewer, зритель и так далее. Каждое слово прочитали, перевели. Следующее. Четвертое задание тоже сделайте устно. Write a noun ending with a suffix er or or for each definition. Вам нужно так же самое написать здесь слова. Ну, писать вы ничего не будете, сделайте это задание устно. Например, a person who directs films is a film director. Как вы это определите? Все слова, которые вы будете образовывать, будут исходить из вот этих вот глаголов. Например, a person who directs films is a film director. Человек, кто управляет, руководит фильмом, это директор фильма, да? Фильм, director. Все.
По такому принципу образуете существительные из каждого из этих. Вот смотрите здесь. A person who speaks well is a good. Человек, который хорошо говорит, это хороший. Speaker будет, да? Speaker. Все. Читаете предложение и читаете его перевод. Отправляете мне аудиофайл, делаете это задание устно. Ну и для тех ребят, которых я называю обычно, для тех, кто хочет пятерку, да, и последнее, пятое задание, тоже устно ответить на вопросы. Здесь ничего сложного, переводить я их не буду, переведете сами. Итак, сегодня до 18.00 я жду от вас фотографии тетрадочки, где будет написано, пропущено две строчки, написано число, тема. Дальше. Выполнено упражнение 2 письменно и аудиофайлы. Как вы выполнили третье задание, четвертое задание, только аудиофайлы мне отправляем. Как вы читаете и переводите эти слова и предложения. Ну и последнее для тех ребят, кто хочет пятерку, кто работает на отлично. Последнее задание тоже устно. Отправляете мне только аудиофайлы. Все, good luck, всем удачи, жду ваших работ до 18.00.